Да, судьба этой собачки, конечно, очень печальна. В плане того, что, как я сказала, 3 месяца назад она появилась в нашем приюте, привязанной к воротам. Буквально через несколько часов появился хозяин, который плакал, рыдал, сказал, что больше не бросит. Выкармливал он ее с пипеток, когда был подобранный к утенкам, она была. Развелся с женой, что-то на него нашло, слезы, в которые я сначала поверила. И когда они уходили, и я смотрела им вслед, и что-то у меня на душе говорило о том, что неискренние вот это вот, неискренние эти слезы. Хотелось верить, что все будет хорошо, но оказалось, вот вы знаете, я ее прям когда везла из приюта Смотрова, я, вот знаете, как будто я говорю, я эту собаку знаю, откуда же я ее знаю? Он говорит, она у меня появилась несколько дней, 4 дня назад. Привезли и бросили. Сказали, что не нужна, хозяин отказался от нее. Вот вам, пожалуйста. Ладно, будем с ней, конечно, работать в плане психологическом и надеемся найти ей хорошего хозяина.